Добрый день. Добрый вечер, дорогие зрители. Сегодня мы с вами проведем прямой эфир. Надеюсь, вам будет полезно. Обсудим такую тему, как введение в когнитивно-поведенческую терапию ожирения. Эфир этот у нас в преддверии нового курса КПТ ожирения. С 27 апреля он стартует. И это значит, что вы сможете принять участие в семинаре, если вам будет интересна сегодняшняя наша встреча. Под нашей трансляцией вы можете задавать ваши вопросы, и мы в конце обязательно на них ответим. Давайте знакомиться. Напишите, пожалуйста, из какого вы города, какая у вас сфера интересов, практикуете ли вы в подходе КПТ. Если практикуете, то в каких областях? Чем интересна сегодня тема и что вы хотели бы узнать? А пока представимся мы. Мою коллегу зовут Оксана Чернявская, меня зовут Екатерина Муравьева. Мы консультанты по коррекции веса и психологии пищевого поведения. Мы обе закончили Московский институт психоанализа. У меня также есть базовое образование факультет психологии МГУ. У Оксаны есть базовый курс ассоциации когнитивно-поведенческой терапии. Кроме этого, мы обучались на самых разных курсах в ассоциации и в других вузах, которые предлагали работу именно в модели когнитивно-поведенческой терапии. Кроме того, мы повышали квалификацию в части нутрициологии. Мы специализируемся только в области лишнего веса, лишний вес и ожирение у детей и взрослых. Детей сопровождаем, начиная с 12 лет, взрослых до бесконечности, в том числе и люди уже пенсионного возраста. Итак, давайте посмотрим, что такое ожирение, как это характеризует на сегодняшний момент Всемирная организация здравоохранения. Ожирение – это неинфекционная эпидемия 21 века. Вот так ее характеризует ВОЗ. Было очень, на самом деле, много предпринято попыток за 150 лет каким-то образом решить вопрос лишнего веса, но тем не менее, как говорится, ВОЗ и ныне там. И мы видим, что количество людей, которые на сегодняшний момент имеют лишний вес, становится все больше, больше, больше и больше. Как уже описывает ожирение, посмотрите, пожалуйста, это хроническое, рецидивирующее, многофакторное нейроповеденческое заболевание. Хроническое – это означает, что если человеку поставили диагноз ожирения, то он с этим диагнозом будет находиться и проживать всю свою оставшуюся жизнь. При этом вес его может быть под контролем, но заболевание рецидивирующее – это означает, что если в какой-то момент времени человек с ожирением вдруг снял контрольные функции с питания, то заболевание возвращается, и вес возвращается снова. И очень часто мы видим, что вес возвращается, как говорится, с друзьями. Ну и при этом мы уже писали и несколько раз об этом говорили, что люди, у которых имеется лишний вес, особенно женщины, в том числе страдают и от депрессии, потому как не могут они с этим заболеванием справиться самостоятельно, делают многочисленные подходы к тому, чтобы взять вес под контроль. Дается это все им с трудом, и каждый новый виток снижения веса сдается сложнее, 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 сложнее. В итоге барышня опускает руки и говорит, ладно, пусть будет и так. Итак, посмотрите статистику по Российской Федерации. Мы специально вам показываем эти данные для того, чтобы вы понимали, нужно ли вообще с этим работать, есть ли, как говорится, спрос на подобные услуги, кому вы будете потом это предлагать, кто к вам будет обращаться. Так, посмотрите, пожалуйста, на статистику. Мы берем только взрослых людей старше 19 лет. Итак, смотрите, 40% – это люди с избыточной массой тела. Это почти 46 миллионов человек, мужчин и женщин. Из них 21,6% – это люди с ожирением, то есть люди, у которых написан диагноз ожирение. Индекс массы тела больше 30. Их в Российской Федерации
24,5 миллиона человек. И специально приводим вам информацию о тех, кто страдает как будто бы РПП, да, расстройство пищевого поведения, а именно анорексия, булимия, люди, которые имеют дефицит массы тела. Их всего 1,5%. И, как правило, это все-таки подростковые заболевания. Для вас специально, да, мы посмотрели, какое количество людей делают запросы на тему похудения. Это данные за последний месяц. Посмотрите, пожалуйста, в Яндексе, в Российской Федерации люди сделали запрос на тему похудения 3,5 миллиона раз. Еще они спрашивают слово «диета», но я думаю, что достаточно того, что мы смотрим, сколько раз делают запрос на похудение, да, там примерно будет столько же. Да, то есть люди интересуются этой темой, они ищут на самом деле ответ. Я спросила Яндекса, кто же мне поможет. И, собственно говоря, переходим дальше к нашей теме диетологии. Да, есть у нас на самом деле специальный государственный орган, который следит в том числе и за здоровьем, да, россиян. И главный врач, главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян говорит о том, что одной из причин ожирения у россиян – это отсутствие системных знаний по вопросам здорового питания. Да, сюда следует добавить, что это действительно подтверждается и нашей практикой в том числе. На протяжении 2021 года при поддержке, кстати, Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, ее специалистов и руководителя нашей ассоциации Дмитрия Викторовича Ковпака, мы реализовали большой проект для Москвы, для московских родителей. И перед тем, как этот проект реализовывать, мы провели большой опрос среди мам многодетных. В опросе приняло участие более 1200 человек. И удивительно, но оказалось, что даже многодетные мамы, мы не говорим сейчас про мам, у которых один ребенок, они впервые стали мамами, они не знают на самом деле о том, что же такое детское ожирение, как кормить ребенка старше одного года. Внимание врачей-педиатров в основном приковано именно к питанию, введение прикорма, да, вот когда ребеночек у нас питается из баночек, когда есть у него строгое расписание, строгий распорядок питания, затем ребенок переходит за общий стол, то есть как будто бы все должно дальше идти само и идти хорошо. Но это на самом деле не так. Действительно, мамы не имеют знаний. На самом деле, темой ожирения люди озадачивались достаточно давно, и первым упоминанием мы видим, что на самом деле уже больше 150 лет люди этим занимаются. И здесь перед нами с вами молодой человек Уильям Бантинг, который справился с ожирением и использовал для этого диету, которую ему предписал его лечащий врач. С тех самых пор люди стали пытаться что-то со своим питанием делать. Однако, как в начале нашей встречи сказала Оксана, к сожалению, ВОЗ и не там. Население толстеет, что делать непонятно. И общим итогом на самом деле является то, что не столько сама диета, сколько именно возможность ее соблюдать, приверженность этой диете является залогом успеха. И, соответственно, перед вами рекомендации Американской ассоциации по лечению ожирения, и здесь предлагаются различные тактики ведения клиентов с ожирением. Естественно, на первом месте у нас здесь изменение модели питания. Естественно, здесь будет ограничение потреблению калорий. Понятно, что это будет физическая активность, коррекция образа жизни, поведенческая терапия, медикаментозная терапия и бариатрическая хирургия. Об этих методах мы сегодня с вами подробно поговорим, посмотрим, какие же у них есть возможности и ограничения. И дальше у нас с вами вот рекомендации Великобритании. Опять здесь диетотерапия, медикаментозная терапия, физоактивность, бариатрия. Здесь нету даже поведенческой терапии, представьте себе. Хотя на самом деле она тоже дает вполне неплохие результаты. Повторюсь, сегодня мы это все посмотрим с вами. Итак, диетотерапия. Основные рекомендации, которые даются в этой области, это диеты с низким содержанием жира, низкоуглеводные диеты, когда рекомендуется клиенту потреблять менее 60 граммов углеводов в день,
диеты с высоким содержанием клетчатки, куда входят бобовые, овощи, цельнозерновая диета, диета с низким гликемическим индексом и диета с высоким содержанием белков. Если вы хоть когда-нибудь интересовались темой диетологии и вообще диетами какими-либо, вы на самом деле могли увидеть все эти рекомендации на просторах интернет. Другое дело, как это все соблюдать, как это вписывать в свою постоянную жизнь, да, как вписывать это в рацион своей семьи. Это все не самые простые вопросы, на которые, как правило, женщины не находят ответов на самом деле. И именно по этой причине бросают заниматься всеми этими диетами, да, потому что постоянно в этом находиться они не могут, они считают, что это очень высокая нагрузка на их нервную систему, да, что такие ограничения они не могут соблюдать пожизненно, поэтому они ждут окончания этой диеты и возвращаются к тому питанию, к тому поведению, которое, собственно говоря, способствует набору веса. И нет в итоге ни одной диеты, да, которая была бы, которая бы имела какую-то доказательную базу, было бы написано, что да, вот если вы будете придерживаться такого типа питания, то как бы ваш вес будет в порядке. Очень много денег на это все было потрачено, да, миллиарды на самом деле ресурсов на разработку и медикаментов, и на разработку диет, и на разработку каких-то маркетинговых материалов, да, которые бы продвигали все это. И тем не менее, решение так и не найдено. Любую диету берите, если вы ее придерживаетесь пожизненно, у вас будет результат. Если вы перескакиваете с одной на другую, то результата нет. Дальше. Одним из радикальных методов является бариатрическая хирургия. Как правило, бариатрическая хирургия применяется по показаниям. Тогда, когда индекс массы тела человека достигает более чем 40, либо более чем 35 единиц, и при этом у человека есть какие-либо сопутствующие заболевания. То есть здесь имеется в виду радикальное такое вот воздействие на человека, тогда, когда риски осложнения от операции выше, чем, точнее, ниже, чем риски ожирения и того образа жизни, который человек имеет. Но здесь, на самом деле, очень серьезные противопоказания. Во-первых, здесь, конечно, высок риск летального исхода. И, кроме этого, синдром мальабсорбции, что означает, что пища просто перестает корректно всасываться в кишечнике. Это означает, что человек будет испытывать колоссальный дискомфорт, дефицит витаминов, питательных веществ, ну и, конечно, будет себя плохо чувствовать. О каких дальше это может речь идти о осложнениях, мы даже можем только догадываться. Далее, нейрогормональный синдром, как правило, встречается у женщин. Это диарея, это сложные предменструальный синдром, это могут быть мигрени, достаточно неприятное состояние. Очень часто сопутствующим состоянием для бариатрической хирургии является образование камней в желчном пузыре, и часто действительно после бариатрических операций клиентам удаляют еще и желчный пузырь. Ну, то есть как будто бы есть лишний орган, что ли. Ну и, конечно, может возникнуть необходимость в повторных госпитализациях и повторных операциях. Связано это зачастую с тем, что, к сожалению, пройдя вот такое серьезное вмешательство, человек оказывается без сопровождения. На последней конференции, на которой мы с Оксаной присутствовали в Москве, рассказывали о том, что действительно в течение уже даже по окончании, точнее, первого года жизни пациенты, прошедшие бариатрическую операцию, набирают вес обратно и значимый вес не скидывают. Более того, через 10 лет наблюдений за такими пациентами оказалось, что в среднем потеря составляет 16% от общей массы тела. Согласитесь, идти на такие риски, на такой сильный дискомфорт, чтобы скинуть всего лишь 16 килограммов из 100, ну, достаточно интересно выглядит. Хотя, тем не менее, это считается клинически значимой потерей веса с точки зрения именно влияния на здоровье. Это действительно хорошо, ну, вот когда мы говорим о таком снижении веса. Другое дело, что люди, перенесшие бариатрические операции, на консультациях сообщают о том, что, вы знаете, я думала, что я отрежу просто живот,
и буду вести ту жизнь, которую я привыкла вести. Я себя сейчас чувствую очень одинокой, потому что мне нельзя вот дальше общаться и взаимодействовать с людьми, как я это привыкла делать. Я вынуждена постоянно себя контролировать. Это очень и очень сложно. К сожалению, не все люди, которые идут на бариатрические операции, задумываются об этом. Им просто кажется, что я сейчас резко похудею, стану прекрасно, но буду продолжать есть столько же, сколько ела. Если по-простому. На самом деле этой категории пациентов тоже требуется поддержка, да, психологов. После того, как они эту операцию прошли, было бы неплохо, чтобы они ее еще получали и до. И это тоже один из направлений, в котором вы можете, да, организовать свою практику, сопровождать таких пациентов до операции и после операции. Так как среди этих пациентов есть люди, у которых наблюдается, например, компульсивное переедание, и, к сожалению, только за счет операции результат они не могут получить. Очень сложно им переживать те рекомендации, которые дают потом им врачи. И на этой почве, да, вот они реально уходят в такое неприятное состояние, недовольны в итоге тем, что они получили, недовольны тем, как уходит вес, недовольны тем, как им нужно питаться, недовольны тем, как им нужно придерживаться новых правил. И они так или иначе постоянно ищут, как бы им поесть, потому что вот эти, да, эмоции, которые они переживают, они могут переживать только вместе с едой, пускай ее будет мало, но зато будем пощипывать там каждые 10 минут, и они на самом деле набирают вес гораздо быстрее. И еще один вариант работы с лишним весом, опять же, среди врачей, это медикаментозная терапия, которая на начальном этапе снижения веса в том числе может быть соединена с когнитивно-поведенческой терапией ожирения, да, и врачи, в том числе в Российской Федерации, медикаментозную терапию выносят вперед. Большое количество препаратов на самом деле на рынке в обороте существуют, которые могут быть выписаны, рекомендованы. Однако у них есть побочка, да, такая прям активная, если смотреть на эти лекарственные препараты, открывать инструкцию, да, и посмотреть побочные эффекты, их там очень много, это раз. Во-вторых, это очень дорого. Один из препаратов, который выписывают для людей, у которых ожирение, индекс массы тела больше 30, порядка 27 тысяч рублей на 10 дней стоит такой курс. И как только человек терапию медикаментозную заканчивает, вес практически сразу же в течение первого месяца возвращается. И они отмечают, что да, действительно, потом еще идет и прибавка. То есть они здесь всю ответственность за снижение веса перекладывают на таблетку, при этом сами ничего дополнительно не делают, не меняют ни поведение, ни мышление, просто закидываются таблеточками и считают, что на этом их работа закончена. Да, здесь хочется отметить, что в защиту врачей хочется выступить, да, задача врача просто дать клиенту, пациенту рекомендацию, какое-то предписание, а вот ответственность пациента по-хорошему эту рекомендацию соблюдать. И понятно, что человек, вышедший от доктора с рекомендациями «меньше ешьте, больше двигайтесь», ну, просто не понимает, что же ему делать. Как бы это, может быть, странно для вас не звучало сейчас. Но вот обучать, как делать, как эту рекомендацию сделать частью своей жизни, как ее вообще принять, вот таких специалистов сейчас на рынке как будто бы нету. Человек просто не понимает, куда же ему идти, к кому обращаться. И, соответственно, тогда мы с вами смотрим в сторону бихевиоральной терапии или поведенческой терапии. И здесь мы видим тоже вполне себе приличное снижение веса на 8-11% за 6 месяцев. Что же такое поведенческая терапия? Что тут имеется в виду? Три этапа здесь мы видим. Стимулирующий контроль, куда входит улучшение количества приемов пищи, снижение частоты приемов пищи и улучшение типа пищи. Думаю, что если вы хотя бы как-то по диагонали были знакомы с марафонами по похудению, то, скорее всего, они вот как раз устроены именно таким образом. Да? Что такое улучшение количества приемов пищи? Туда входят рекомендации. Медленно пережевывайте, пожалуйста, выбирайте меньшую посуду, меньшие ложки, меньшие вилки. Дальше используйте продукты питания на порцию.
рацию, да, то есть секторальное использование еды, выход из обеденного стола на короткое время в середине еды для того, чтобы ощутить, да, насыщение и потом вернуться снова, оставление части еды на тарелке, выбрасывание этой еды с тарелки. Дальше снижение частоты приемов пищи, туда тоже относятся определенные рекомендации. Отсутствие доступной пищи, да, когда мы убираем всю еду из поля зрения. Прием пищи только в определенное время, то есть мы используем, например, те же самые часы, которые сигнализируют пациенту о том, когда же необходимо завтракать, обедать и ужинать. Избегать еды в течение определенного периода времени, да, особенно когда есть тяга к еде, то есть прям фокусироваться в этом моменте. Делать какие-то упражнения, которые несовместимы с едой, да, и планировать, как, да, свою деятельность, когда, на тот момент, когда вдруг у вас возникает тяга к еде, и мы слышим такую вот историю: давайте соберем с вами планчик, да, накидаем списочек из 100 других удовольствий, которые вы можете в этой жизни применить, но это не должно быть связано с едой. И третье, собственно говоря, улучшение самого, да, типа пищи, это когда пациент не покупает готовые блюда или не прибегает к перекусам, когда вдруг чувствует, что у него есть голод, но при этом будильник, да, еще не просигналил, что ему пора кушать. Всего 10 сессий достаточно на самом деле для того, чтобы провести терапию поведенческую, да, и на этом ограничиться. Собственно говоря, да, есть исследования, которые подтверждают, и точка. То есть это самые простые навыки, самые простые операции, которые взрослый человек вполне себе за 10 недель может усвоить. Но посмотрите, пожалуйста, каковы результаты этой терапии. У 85% пациентов вес возвращается в течение первого года почти половина того, что они потеряли. Остальные 50% в течение 5 лет тоже возвращают свой вес, потому что просто поведенческой терапии клиенту недостаточно. Угу. Перед вами вот то самое. То есть мы смотрим в динамике, как же влияют различные методы снижения веса на в итоге этот самый вес. Мы видим, что вмешательство может длиться там в течение года, может быть меньше. Ну вот год, грубо говоря, для начала это вмешательство длится. Затем постепенно вес возвращается. К 5 годам, даже в сочетании очень низкокалорийной диеты и поведенческой терапии, мы видим, что вот вес как был на определенной отметочке у человека, так он и остался. Достаточно большое это исследование проведено было, данные свежие, это с конференции, которая проходила в Москве в 2022 году. И дальше вот мы сейчас с вами посмотрим на историю успеха, в кавычках, когда ребенок попал к доктору и применялись самые разные, значит, препараты для того, чтобы этой девочке помочь вес снижать. В 7 лет девочка уже имела избыточную массу тела, обратились к эндокринологу и, соответственно, получили кое-какие рекомендации, что вам бы похудеть, и пропали. Пришли через 5 лет. Там уже вес ребенка достигал 100 килограммов, 100 с лишним даже, вот мы видим 102,5. И, соответственно, у нее уже были и артериальное давление, и инсулинорезистентность, то есть это преддиабет, для неврачей объясняю, и повышенный холестерин, и в целом, естественно, как мы вот себе представляем девочку 12 лет, которая весит 100 килограммов. Вряд ли она социально благополучна, вряд ли она довольна собой, вряд ли она контактна, весела и активна, согласитесь. Соответственно, предложили ей препарат попить, вот он перед вами синеньким выделен, как раз-таки его курс стоит 27 тысяч за 10 дней. И, соответственно, вес снизился, как мы видим здесь, незначительно, но тем не менее. Проходит еще некоторое время, у ребенка на фоне гормональных изменений пропадают критические дни, для девочки это важно. И дальше проходит еще некоторое время,
ребенок возвращается к доктору в весе уже 104 килограмма, и к предыдущим осложнениям здоровья добавляется жировой гепатоз, то есть неалкогольная жировая болезнь печени, желчекаменная болезнь, и формируется синдром поликистозных яичников. То есть в дальнейшем эта девочка будет иметь очень высокий риск того, что у нее будут сложности с зачатием. Вероятно, что она вообще будет бесплодна. Здесь будет все зависеть от того, какую же терапию ей предложат. Как мы видим на графике, к сожалению, гоняли они туда-сюда вот эти самые там 6-8 килограммов, но устойчивого результата нет. И в 16 лет мы имеем девушку, которая весит почти 120 килограммов. В конце концов, девушка приняла решение никакую терапию не продолжать. И из сообщения этого доктора ей была предложена работа с психологом. Вроде как социальные навыки ей подтянули, но что касается приверженности именно соблюдению рекомендаций по здоровому образу жизни, там остается большой вопрос, потому что вот конкретно развитием навыков по ЗОЖ никто не занимался. Предлагалась просто медикаментозная терапия, предлагалась диетотерапия, которую, я так понимаю, мама девочки прежде всего не могла соблюдать. Потому что, когда мы работаем с детьми, важно отдавать себе отчет в том, что дети все-таки находятся в зависимом положении от взрослых, которые их окружают. Мама традиционно является кормящей рукой. Мама – человек, который принимает решение относительно того, какая еда будет на столе у ребенка, о том, как будут распределяться карманные деньги, как ребенок будет есть за пределами дома. Двигаемся дальше. Итак, почему же так получается, что часть людей все-таки с помощью поведенческой терапии, с помощью других методов все-таки вес сбрасывают, а другие вес возвращают? И здесь, конечно, мы будем рассматривать целый комплекс причин. Прежде всего, это когнитивный фактор. Вам, как специалистам КПТ, понятно, да, что есть такие явления, как ловушки мышления, как мыслительные искажения, как автоматические негативные мысли. И здесь часто мы будем видеть у таких клиентов именно дихотомическое мышление или черно-белое мышление, все или ничего, кто как привык называть. И следующий момент – это исторические переменные. То есть здесь речь будет идти о максимальном весе в жизни человека и о том, в какой среде вообще он растет, какие у него родственники, принято ли в семье, в принципе, быть человеком с лишним весом. Потому что когда мы видим уже взрослого человека, у которого давно лишний вес, часто мы можем услышать, что, в принципе, ему на самом деле нормально. И у него никакой тревоги и печали по этому поводу нету, потому что в их семье, ну, вообще-то так выглядеть принято. Папа и мама такие, имели лишний вес, и ребеночек всячески, ну, в общем-то, подкармливали и говорили, что посмотри, какой ты у нас хороший, какой ты богатырь, какая ты у нас там, например, красавица плюшечка. Давайте посмотрим, как выглядит типичный человек с таким вот дихотомическим мышлением, который не готов брать на себя ответственность за свое поведение. Проверяем возможность, пока Екатерина запустить видео. Если у вас есть какие-то вопросы, какие-то комментарии, пишите их, пожалуйста, потому что я смотрю с второго устройства их все и имею возможность вам отвечать. В конце нашего выступления у нас, я надеюсь, что получится интересная живая дискуссия, но если по ходу у вас что-то возникает, вы тоже пишите. Дихотомическое мышление в данном случае, да, еще раз, клиент на самом деле прекращает придерживаться какого-либо поведения, какого-либо питания, какой-либо физической активности, просто потому что он считает, что если он не достиг тех цифр по результатам снижения веса, на которые он рассчитывал,
то он прекращает этим всем заниматься, он остается неудовлетворенным. Это причина номер один. То есть завышенное ожидание от себя, завышенное ожидание от того, что они смогут этого веса достичь. И получается так, либо минус 20, либо вообще мне нисколько не надо. То есть я беру только так. А работать вы будете на самом деле с клиентами, которые хотят не просто 20, некоторые хотят и минус 30, и минус 40, приходят с весом 100 килограммов, 120 килограммов, а в плане у них 60. И вот эти люди, да, не оценивают, например, свой вес, когда они достигают 80 килограммов, они говорят о том, что нет, вот если 60 не получится, то и 120 мне тоже нормально. Давайте проверим, будет ли работать у нас видео, обещали, что будет. А, уважаемые наши зрители, скажите, пожалуйста, есть ли у вас звук? Напишите, пожалуйста, в комментариях, слышно ли было звук у видео или нет. Да, кажется, звука нет, окей. Уважаемые администраторы, пожалуйста, помогите нам включить звуковой ряд. Ага, я нашла кнопочку, и тогда мы с вами сможем посмотреть наше видео снова. Поехали. Я спокойна. Мое сердце бьется спокойно, я ко всему отношусь философски. Я вообразила, что это мое. Безнравственно и пошло. Как можно идти на поводу своего эгоизма? Наоборот, пусть он уходит. Уходи. Иди к ней. Я счастлива твоей изменой. Люби ее, целуй. Пусть у вас будет много детей. Два мальчика. И две девочки. Что тут мудрить, Верочка? Ты просто не нравишься. Вера, пришло письмо от дяди Филимона. Зовет на свою деревню. Ненавижу. Что такое? Ненавижу. Себя. Всех ненавижу. Что она говорит? И тебя. Боже, слышал бы отец. И его ненавижу. О покойном? Вы преступники. Вам нельзя было иметь детей. Вам надо было запретить иметь детей. Кого вы производите на свет? Каких-то уродин, которые всю жизнь потом обречены мучиться. Все время, рано или поздно, их ставят на место. Откуда? Откуда этот лоб? Это кожа? Откуда? То есть мы видим, что человек, который считает, что ее внешность является причиной ее неудачи в личной жизни, является вот таким единственным определяющим фактором. Виновата в этом, естественно, ее мать, ее отец, и она с этим поделать совершенно ничего не сможет. Значит, она будет жить и страдать всю оставшуюся жизнь. Можете, кстати, понаблюдать, сколько когнитивных искажений вы здесь нашли у этой дамы, когда она разговаривает со своей мамой об этом. Итак, почему же люди в какой-то момент принимают решение не продолжать снижать вес или не продолжать следовать рекомендациям?
Прежде всего, здесь они действительно имеют некоторые фантазии, некоторые идеи о том, как же сложится их жизнь тогда, когда они этот вес снизят. То есть вот кажется, что сейчас я похудею, и жизнь моя наладится, у меня будет карьерное продвижение, у меня сразу за мной, значит, будет хвост поклонников, я наконец-то налажу личную жизнь, или вот в текущей семейной ситуации наконец-то у меня будет полный порядок. То есть такие люди наделяют свой вес, свое тело чрезмерной такой важностью, и как будто бы это единственная вообще на самом деле, единственная причина, по которой что-то у них вот не складывается. Дальше. Здесь еще может быть такая штука, как недостижение ожидаемой результирующей идентичности, потери веса, которая была их основной целью. Что это значит по-русски? Опять-таки по-русски здесь может быть такая история, что человек имеет большой вес достаточно давно, допустим, 140 килограммов. И кажется ей, что 60 она способна достичь, особенно с помощью метода когнитивно-поведенческой терапии ожирения, особенно с таким классным специалистом, как вы. И она забывает о том, что 140, как бы, это достаточно много. Ее тело уже сейчас имеет некоторые, ну, скажем так, особенности. Внешность объективно пострадала в связи с элементарно даже с растяжением кожи. Мы сейчас говорим только об эстетической составляющей. И понятно, что сейчас кожа очень сильно натянута. Уже в связи с большим весом могут быть дефекты на этой коже. И когда эта кожа, ну, когда это тело сдувается, то кожа не сразу подтягивается. Тогда человек имеет, ну, скажем так, несколько о себе искаженные представления получаются о том, какой же результат у него будет. Важно здесь все-таки прояснять, что здесь будет вот такая вот история, связанная с эстетикой. Возможно, потребуется дополнительное хирургическое вмешательство, если будет большая потеря веса. Добавишь здесь вот, что-то? Вот как раз на этом этапе, когда вот эти первые процессы, да, первые изменения у клиента происходят, особенно это касается девушек прежде всего, да, потому что мужчины более спокойно относятся к внешним изменениям. Вернемся к девушкам, да, когда лицо страдает в момент снижения веса, когда тело страдает в момент снижения веса, особенно это касается груди, которая, да, страдает, область живота, которая может повиснуть, да, в моменте снижения веса. И очень не нравится тогда то, что они получают, да, и очень не нравится им это отражение в зеркале, нет у них желания ждать, когда же кожа будет, да, успевать за их снижением веса, они бросают на этом моменте все попытки дальше заниматься своим весом, потому что очень сильно пострадала внешность, и они не принимают новый свой облик и возвращаются к предыдущему питанию, к своему, да, образу жизни, чтобы заново набрать этот вес и вернуть, что называется, лицо, чтобы оно было натянуто, да, вот как яблочко. И здесь тоже необходимо тогда с этой частью работать у клиентов, да, в зависимости от того, в каком возрасте находится барышня, которая пришла к вам в терапию, да, в зависимости от цели, да, ради чего она снижает вес. Например, мы уже вам сегодня показывали кейс девочки, да, которая к 16 годам пришла с весом более 100, и у нее есть диагноз поликистоз. И мы знаем, да, что это может быть связано с тем, что будут сложности с деторождением, и, да, дети стоят на кону, и барышня может легко бросить заниматься своим весом даже во имя этой цели, потому что страдает внешность. Да, и здесь еще такой момент, как так называемая память стройного тела. Да, вот если мы говорим о девочке, которая достаточно рано стала понимать, что она сильно больше, чем окружающие ее люди, она, в принципе, не понимает вообще, а в чем выгода-то ее, собственно, вот зачем ей вот так сильно, ну, скажем так, себя ограничивать, так сильно страдать, столько усилий прикладывать для того, чтобы этот вес снизить. Итак, что же такое когнитивно-поведенческая терапия? Ну, прежде всего, это метод, основанный на психических эффектах, который используется для того, чтобы поспособствовать некоторым изменениям, которые помогли бы людям облегчить свои собственные эмоциональные, поведенческие, социальные и интеллектуальные разрушительные последствия этого самого ожирения, если мы говорим вот в таком контексте.
Что позволяет предпринять когнитивно-поведенческая терапия ожирения? Ну, во-первых, улучшаются когнитивные и поведенческие навыки, плюс улучшается образ тела человека, который в этой терапии находится. Кроме того, здесь человек обучается навыкам поддержания сниженного веса и улучшается психологическое качество жизни. То есть вот то, о чем мы упоминали, если был момент, связанный с эмоциональной такой связью с едой, да, то есть такое вот избыточное значение еде придавалось эмоционально, тогда, конечно же, тоже этот эффект можно снизить, что, в общем-то, облегчает сильно человеку страдания его. Ну и в целом жизнь на диете, жизнь в ограничениях, она достаточно мучительна и сложна. Здесь человек обучается новые правила принять и встроить в свою жизнь. То есть это как бы обучение новым навыкам. И когда человек умеет, когда он понимает, что это со мной на пожизненное, придерживаться новых правил значительно проще. Варианты предоставления услуги с вашей стороны могут быть следующими. Индивидуальная работа, когда вы работаете один на один с клиентом. Второй вариант, когда вы работаете с семьей. Да, опять же, вот если мы к предыдущему кейсу обратимся, где есть подросток, где есть мама, где есть папа, вероятно, там есть бабушка, например, да, вся эта семья может ходить к вам на групповую терапию, но в формате семьи. Да, либо может, например, мама попросить вас заниматься ребенком, да, но при этом вы понимаете, что дополнительно еще будет ходить к вам заниматься и мама, потому как мама является кормящей рукой, и ребенок на 100% является в зависимом положении, да, особенно, представьте, там 7, 8, 9, 10, 12 лет ребенку, ребенок не покупает еду, ребенок не готовит, ребенок не понимает, что такое дисциплина, да, он питается так, как он хочет, и вытаскивает еду в тот момент, когда он хочет. Мама в этот момент должна присутствовать, да, и, собственно говоря, обучать в том числе ребенка дома всем навыкам правильного питания, да, и здесь вы работаете с мамой, работаете с ее мышлением, да, с ее сложностями, которые она испытывает во время терапии. Дальше это группа, да, в целом групповая терапия, когда вы набираете, допустим, несколько человек со схожей проблемой, да, это мужчина отдельно, женщина отдельно, и занимаетесь с ними. После этого вы можете дополнительно снабдить всех этих людей книгами по самопомощи, да, которые вы разрабатываете. Я знаю, что очень часто сейчас, да, КПТ-терапевты пишут на самом деле пособия, которые предлагают своим клиентам. У нас с Екатериной тоже есть два пособия на эту тему для родителей и для детей, потому что мы в прошлом году ввели большой проект, и мы как раз заявляли о том, что мы обеспечим всех выпускников программы книгами по самопомощи. И так это была книга для родителей, которые, да, они использовали потом в своей дальнейшей жизни, и книга для детей 12+. И еще можно разрабатывать всевозможные компьютерные программы для работы с лишним весом, да, в зависимости от того, какой алгоритм вы туда внесете. Какие же мишени терапии? Ну, прежде всего, это деструктивные мысли. Вот это самое ловушки мышления, когнитивные искажения, естественно, которые влияют на принятие решения о том, чтобы, например, уйти из терапии, или на принятие решения о том, что не буду я сегодня соблюдать рекомендации. Да? То есть вот вполне себе часть из вас, я думаю, с этими вещами знакома, но именно в когнитивно-поведенческой терапии, естественно, мы фокусируемся только на тех мыслях, которые связаны с приверженностью соблюдения рекомендаций. Все в мире у клиента мы не лечим. Да, вы можете увидеть у него депрессивные тенденции, тревожные разные штуки, но тем не менее мы все вот эти вещи рассматриваем исключительно с позиции того, что эти мысли могут влиять на принятие решений о питании или о физической активности. Понятно, что ваш клиент может сказать: «Ой, у меня депрессия, я не могу есть», или «Ой, у меня депрессия, я пойду съем там тазик плова». В таких ситуациях, да, тогда мы что-то делаем. Ну, дальше. Деструктивное поведение. Деструктивное поведение является, как правило, следствием деструктивных мыслей. Но деструктивное поведение заметить проще. Человек, который никогда раньше не работал с психологом, скорее увидит у себя
деструктивное поведение. Ну и потом с вашей помощью научится замечать и деструктивные мысли. И, конечно же, одной из важнейших мишеней терапии будет нездоровая модель питания, которая у человека есть. Выявить эти вещи ваш клиент может только находясь в терапии и находясь под пристальным самонаблюдением. Как же это самонаблюдение ведется? Естественно, вы прибегаете к постоянным домашним заданиям, к ведению специально разработанного дневника. И у кого из вас это вызывает сопротивление, можете написать, о чем же вы сейчас подумали, когда я говорю, что клиент будет вести дневник и выполнять домашки. Домашнее задание является основой, в принципе, в когнитивно-поведенческой терапии, и когнитивно-поведенческая терапия ожирения тут не исключение. Очень важно, чтобы клиенты домашки выполняли. Если они этого не делают, у вас нет терапии. Целями терапии является оказание помощи клиентам, которые хотят внести изменения в свою жизнь. Да, то есть вы помогаете им это внедрить, ищете возможные способы. И самое главное, что с вашей помощью клиент обучается преодолевать трудности. Да, и как раз мы в своей работе это видим, что очень сложно им менять многие вещи в своей жизни, видят они в этом сложности и при этом не видят абсолютно никаких решений самостоятельно, да, и только с вашей помощью, да, они могут об этом проговаривать, и потом вы детально с клиентом обсуждаете, и вообще свойственно ли ему поступать таким-то образом, как он это будет делать, прям, да, что называется, на детали. И тогда клиент очень часто видит, что на самом деле то, что он вам называет, для него невозможно выполнить, и вы вместе с клиентом ищете какие-то новые способы решения проблем. В результате вашей работы у клиента должно получиться, да, снижение веса точно. Да, то, что вы там на этапе привлечения клиентов к себе в терапию заявляете, это и должно быть вашим результатом. Если клиент этого не достигает, значит, ну, как бы совместная работа была неплодотворной. И второй результат терапии – это предотвращение рецидивов. То есть клиент в итоге после вашей совместной работы должен на самом деле замечать, что сейчас у него рецидив, в другой момент, как долго он у него продлится и чем он закончится. Да? Как мы уже увидели в самом начале сегодняшнего разговора, что 85% клиентов в течение первого года, да, обратно возвращают свои 50% потерянного веса. Это как раз говорит о том, что рецидив произошел, и там включается, например, то самое чудесное дихотомическое мышление, когда клиент говорит, ну что, вот сегодня я уже там с утра по плану не питался, да и ладно, все, значит, мне сегодня все можно. Да, или, например, там все, в понедельник я по плану сорвался, значит, всю неделю я буду питаться уже как пойдет. Или, ну все, я выехал за пределы своего родного города, все, тут же ничего нет, и магазина моего нет, и сковородки-то моей нет, и любимой ложки нет, и тарелка-то у меня дома осталась, ну как же я тут буду соблюдать, все, тоже тут, как бабушка, да, пошепчет, так и буду питаться. Или я уехал в отпуск, а тут-то вообще хоть трава не расти. Здесь мне точно все можно. Я же целый год работал. Зачем я тогда поехал в отпуск, если я еще и здесь буду соблюдать какие-то правила питания? А потом клиент возвращается из отпуска. Из отпуска привез +5, смотрит на весы и говорит, ну и все. И все. Все, результата нет, вся работа на смарку. Да, вот, собственно говоря, и рецидив. А с вашей помощью он должен, да, обучиться, что, ну, как бы, ну, ничего страшного, что я с утра там нарушил, да, по плану не поел, и ничего, день-то еще впереди целый, все возможно исправить, да, или дальше я могу двигаться, как мне надо. То же самое касается отпуска, да, что я там вполне себе и в отпуске могу на самом деле питаться в соответствии со своими рекомендациями. Вот эти все вещи он должен с вашей помощью научиться выявлять, да, и контролировать себя, да, свои мысли, как он принимает решения. И тогда эти рецидивы, они могут быть все реже, и длительность этого рецидива может быть меньше, да, не неделями, например, только один день, например, на новогодние праздники, не все 10 дней, сколько длятся наши каникулы, да, человек будет за столом пребывать, а только один день, да, и это будет не целый день, а только, собственно говоря, новогоднее застолье само по себе. Да, то есть все в его руках,
Но он при этом понимает, что он принимает решение, и он понимает, каковы будут последствия его решений. Сейчас, да, на моменте, когда он в терапию заходит, он на самом деле это не отслеживает. Когда терапия закончится, это уже будет для него нормой. Угу. Итак, что же мы будем считать успехом терапии? Во-первых, знания. Во-вторых, укрепление мотивации, то есть желание следовать рекомендациям лечащего врача или общим рекомендациям по здоровому питанию, если каких-то специальных рекомендаций у вашего клиента нету. Ну и, конечно же, новые навыки. Это касается навыки, и связанные с тем, как вот он питается, и какой образ жизни ведет, и как он думает, и как реагирует на какие-то ситуации. Действительно, наличие знаний влияет на поведение. Вы удивитесь, но на самом деле, несмотря на то, что из всех утюгов все рассуждают о пользе здорового питания, что из себя представляет здоровое питание, сколько стоит на самом деле здорово питаться, мало кто знает. Даже на самом деле вот с Оксаной мы среди коллег, специалистов по питанию опросы проводили, редко кто может точно посчитать, сколько же денег у него в месяц уходит на организацию еды себе. Как бы это странно ни звучало, но это на самом деле очень важно. Дальше. Знания могут быть изменено. То есть вот когда клиент приходит и говорит, ну вы знаете, в нашей семье так было принято, мама меня так воспитала, важно отдавать себе отчет в том, что мы живем с вами на самом деле в потрясающее время, когда у нас абсолютно любой продукт можно купить, абсолютно все у нас есть. А вполне вероятно, что клиент вас жил в семье, ну, там, со скромным достатком и в совершенно других условиях. Вот чему его мама научила, так он и питается. Сейчас применять старые технологии, ну, сомнительно. Вряд ли ваш клиент стирает сейчас руками и в проруби полоскает белье. Согласитесь? То есть мы видим, что некоторые вещи клиенты совсем спокойно новые внедряют в свою жизнь и пользуются компьютером, а не печатной машинкой или не перьевой ручкой, если он вдруг у вас настолько возрастной. И дальше, конечно же, когнитивные изменения могут привести к поведенческим изменениям. То есть на основе принятия решения нового меняется и поведение. То есть важно, чтобы у клиента были просто актуальные знания о том, как ему следует жить и питаться. Возможно, 20 лет назад у него не было гастрита, а теперь гастрит есть. Совсем, согласитесь, неразумно питаться так, как 20 лет назад, имея сегодняшние проблемы. То есть здесь вы как бы проводите такую инвентаризацию убеждений и правил, связанных с питанием и с образом жизни. Потому что если проанализировать историю веса у клиентов, очень часто скачки веса вы будете наблюдать в тех ситуациях, когда у клиента поменялись социальные условия, и в некотором смысле клиент просто не смог к ним адаптироваться с точки зрения организации питания и образа жизни. Особенно сильно видно это у женщин, но на самом деле у мужчин тоже мы можем такое наблюдать. Женился и набрал, или поменял работу и набрал. То есть это очень и очень частая история. Вопрос здесь в том, чтобы адаптироваться, ему помочь. Итак, какие же поведенческие навыки вы будете развивать вместе с клиентом? Помогать развивать вашему клиенту, точнее. Прежде всего, это навык самоконтроля. И это принципиальное отличие когнитивно-поведенческой терапии ожирения от когнитивно-поведенческой терапии расстройства пищевого поведения. Потому что, как мы видим в своей практике, как показывают исследования, очень многие люди, имеющие ожирение, не справляются просто с провокациями. Вот они видят еду, они ее хватают. Неважно, это еда вредная, это полезная еда. Просто вот лежит еда на столе, они даже не замечают, как они ее берут. Следующий момент. Это момент постановки цели. Важно, чтобы у клиента были реалистичные ожидания от себя, от своего тела, от возможностей его тела, и чтобы все-таки цель была связана именно с весом и со здоровьем. Следующий момент – это контроль стимулов. То есть то, что вот я сейчас уже упомянула, это связано с самоконтролем. Во-первых, важно обучить вашего клиента не попадать в провоцирующие, нежелательное поведение ситуации. Ну и, конечно, изменение поведения. Довольно наивно клиенту полагать, что вот я сейчас 16 встреч похожу к психологу,
послушаю, что он мне там умное расскажет. Даже, кстати, может быть, и дневник попишу чуть-чуть, но ничего менять не буду. То есть вот час я послушал книжку, почитал, видосик какой-нибудь посмотрел и вышел дальше. Нет, так не работает. Важно, чтобы клиент ваш нон-стоп совершал разные поведенческие эксперименты, которые вы с ним запланируете. Оксана, добавишь ли ты здесь что-то? Нет. Тогда двигаемся дальше. Когнитивные навыки. Это навыки решения проблем. То есть вот визуально мы видим людей, у которых есть лишний вес. Но на самом деле причина этого лишнего веса, так называемая персональная проблема, будет у каждого своя. Кто-то просто физически не умеет готовить. Ну вот так сложилось, не научился. Следующий момент может быть переезд в новый регион. Там тоже вот не адаптировался, не понимая вообще, чем себя кормить. Жил, например, человек в средней полосе России, переехал на крайний север. Вообще не понимает, какие там продукты брать. Или, может быть, не сумел договориться о том, как же на работе у него запланировать обеденный перерыв. Поэтому бедный сидит целый день на работе, голодает, вечеру домой приходит, переедает. То есть вот здесь мы будем смотреть на то, проблема в чем. Почему клиент не может соблюдать рекомендации по здоровому питанию? И, конечно же, это будет когнитивная реструктуризация. То есть мы меняем фокус внимания нашего клиента, показываем ему, как можно с разных сторон увидеть его ситуацию. Какие же рекомендации необходимо соблюдать в итоге клиенту, который приходит к вам в терапию и будет худеть, в данном случае с использованием метода, которым вы владеете? Во-первых, посмотрите, пожалуйста, на саму цифру, которая наблюдается у клиента по снижению веса. В месяц клиент может снижать вес от килограмма до 4 в зависимости от исходного веса этого клиента. Дальше нужно обязательно посмотреть, вот Катя уже сказала по поводу правильной постановки цели. Здесь мы на нее теперь внимательно смотрим. Должно быть такая нормальная цифра, законная, достижимая, я бы даже сказала, для клиента. 5-10% за 6 месяцев, если клиент достигает, то это вполне себе приемлемая цифра. Это считается нормой, это то, к чему клиент может стремиться. Вопрос в том, чтобы он был доволен этой цифрой. Дальше сами изменения пищевых привычек и улучшение образа жизни. Что сюда входит вообще, как клиент питается, какие продукты он привлекает, изучает новые продукты в том числе, потому что очень часто мы видим, что клиент не знает многих категорий продуктов, исключает из своего питания группу продуктов, какую-то часть вообще не ест по одной простой причине, что даже может быть и не знаком, или у него есть какие-то травматичные воспоминания детства, и на этом фоне он что-то не ест уже во взрослом возрасте, категорически отказывается. И улучшение образа жизни, в данном случае мы говорим о том, что клиент расширяет вот этот вот спектр удовольствий, который ему доступен в этой жизни, и не обращается постоянно к еде, то есть ищет еще какое-то разнообразие в этой жизни. Важно, чтобы клиент вообще в целом был готов к похудению, напоминаю, что декларация-то это, конечно, здорово, но на самом деле, когда дело доходит до дела, то делать я ничего не хочу. Дайте мне волшебную таблетку, отрежьте мне вот здесь и вот здесь чуть-чуть отрежьте. А что, разве мне надо что-то делать, какие-то дневники писать? Нет, я ко всему этому не готов, поэтому здесь тоже важная часть. Собственно говоря, сочетание всех трех компонентов. Диета, в данном случае диета рассматривается как новый формат питания, которого клиент будет придерживаться пожизненно. Это не краткосрочная какая-то история, вот мы смотрим на слово диета, как оно на самом деле расписывается. Плюс физактивность, потому что мы наблюдаем, что клиент с большим весом, индекс массы тела больше 30, это человек, который не очень хочет двигаться на самом деле, большую часть времени он проводит либо сидя, либо лежа.
Да, естественно, потому что он устает, ему тяжело находиться на ногах в вертикальном положении, не очень удобно ему ходить по ступенькам, да, в том числе, потому что у него есть какая-нибудь уже сердечная недостаточность, да, какая-то одышка, тяжело ему переносить сумки из магазина, да, и поэтому в магазин он передвигается только на автомобиле, ни в коем случае там никогда ногами, ну и, собственно говоря, владение когнитивно-поведенческой терапии, да, мы помним о том, что здесь важная задача стать в итоге самому себе терапевтом. Эффективность метода доказана. Да, посмотрите, пожалуйста, в 2015 году проводилось большое исследование на эту тему, да, и вот тогда люди, которые проводили это исследование, нашли 32 300 статей по теме когнитивно-поведенческая терапия ожирения, которая доказывала, что да, этот метод является самым эффективным с точки зрения снижения веса. Другое дело, что терапевты должны очень хорошо владеть методом, да, и не отступать, не совершать подмены во время терапии, а работать только над заявленной проблемой конкретно. Два этапа, да, находятся внутри дорожной карты, и мы видим здесь первый этап, собственно говоря, направлен на похудение, то есть вот эта вот история про снижение веса, да, когда клиент должен достигнуть каких-то заявленных результатов. И вторая часть – это когда вы с клиентом занимаетесь тем, что клиент учится с вашей помощью сначала поддерживать полученный результат, да, тот вот сниженный вес, который он получил, зафиксировать и какое-то время с ним вместе жить. Итак, из каких же этапов состоит первая фаза? Ну, прежде всего, естественно, меняется модель потребления пищи, рацион питания и повышение мотивации к физической активности и подвижности. То есть базовые абсолютно вещи. Да, можно, конечно, прожить без подсчета калорий, но вряд ли вам удастся прожить без изменения питания. Скорее всего, ваш клиент набирает именно от этого. Понятно, что клиент может говорить вам разное и рассказывать, что он ест как птичка, но пока это не будет зафиксировано, пока вы и ваш клиент не увидите реальное положение дел, ну, бесполезно об этом дальше рассуждать и фантазировать. Дальше, мотивация физической активности и подвижности. Важно здесь не совершать подмену вам, и не совершать подмену, не допускать, чтобы клиент такую подмену совершал и превращает физическую активность в физическое наказание и в какие-то олимпийские такие вот подвиги. Очень многие клиенты на энтузиазме пытаются начинать как-то уж очень активно и резво заниматься вот этим вот всем. Это не очень правильно, и вот в рамках большого семинара мы с вами подробно будем разговаривать на самом деле о том, какая же физическая активность требуется таким людям. И одним из преимуществ протокола когнитивно-поведенческой терапии ожирения является именно то, что данный протокол подходит людям, которые имеют сопутствующие заболевания, связанные с ожирением, или даже инвалидность. То есть все на самом деле допустимо и все достижимо. Естественно, хорошо, если с вами в тандеме будет лечащий врач. Или я знаю, что нас смотрят врачи, эндокринологи в том числе. Хорошо, если вы будете вот этот кусок закрывать. Однако на самом деле тут каких-то суперспециальных знаний не требуется. Итак, первый этап. Давайте подробно посмотрим, из чего состоит. Прежде всего, важно, чтобы вы с клиентом увидели разрушительные пищевые модели и избегали их. Естественно, важен здесь контроль за перееданием. То, что мы говорили. Развивается самоконтроль. Дальше. Он учится, клиент, замечать социальные и эмоциональные предложения по потреблению пищи. То есть тогда, когда еда у него не по плану, а по каким-то другим причинам. Дальше, конечно же, вы будете работать с мотивацией к физическим упражнениям и к спорту. Ну и, соответственно, создавать вот это самое новое мышление о том, что физическая активность – это то, что мне необходимо для того, чтобы себя хорошо чувствовать, чтобы хорошо спать и в целом вот быть таким энергичным и бодрым человеком, а не просто, чтобы у меня сейчас появилось 6 кубиков пресса. Конечно же, вы здесь будете его
агитировать к отказу от сидячего образа жизни, не то, что он там должен работу сменить, а находить способы, как же в течение рабочего дня чуть-чуть подвигаться, скажем так. То есть это абсолютно реальная цель. И, конечно же, здесь вы будете работать над мышлением в части улучшения чувства благополучия, фиксировать внимание клиента на том, что же у него получается, в чем он уже преуспел, что ему удается. То есть здесь будет такое постоянное позитивное подкрепление действий с вашей стороны. Ну и, конечно, вы здесь будете работать и с мыслительными процессами. Куда же без них? На втором этапе вы будете работать уже с когнитивными нарушениями. Вот это самое наше любимое дихотомическое мышление, катастрофизация, возможно, вот это вот... Идея о том, что я никогда не похудею, я вообще на это не способен. И, конечно, вот здесь вот вы будете менять мышление в части уменьшения разочарования и стыда, и что на самом деле ваш клиент может добиться успеха. Конечно же, здесь вы увидите, что сопутствующим таким хорошим результатом будет снижение депрессии и тревоги, вызванных ожирением или страхом неудачи. Однако здесь важно отметить такую штуку, что на входе вы будете клиента тестировать и предлагать ему пройти на самом деле некоторые методики. Мы с вами подробно на большом семинаре про это все будем говорить. Потому что в этом на самом деле отчасти заключен успех терапии. Вы тщательно отбираете себе клиентов и смотрите, подходит вообще им этот метод или не подходит. Дальше. Ваш клиент будет обучаться получать социальную поддержку от других людей. И в частности, именно групповая терапия в этом смысле хороша и выгодно отличается от терапии индивидуальной, потому что человек находится в окружении точно таких же людей, как и он, с точно такой же проблемой. И такие люди вместе вот преодолевают те сложности, с которыми сталкиваются на этапах терапии. Естественно, вам пригодится ваше владение навыками КПТ в части обучения управлять стрессом. Ну и здесь еще такой момент, как вы будете побуждать клиентов не откладывать улучшение собственного внешнего вида и каких-то разных социальных активностей до того, как он похудеет. Нет, важно заботиться о себе здесь и сейчас и проявлять себе заботу и двигаться по карьерной лестнице, ничего не откладывать. Ну и дальше мы видим, что вторая фаза состоит только из одного этапа, которая да, в себя включает тоже несколько пунктов. Это, во-первых, вы с клиентом разрабатываете индивидуальную программу контроля веса, да, потому что дальше клиент остается без вас, он да, будет как-то с этим жить самостоятельно, что необходимо делать для того, чтобы да, предотвратить возвращение веса да, к его исходному, к его исходной цифре, как поддерживать мотивацию клиента к здоровому образу жизни и, собственно говоря, как он будет дальше работать над тем, чтобы развивать, укреплять навыки да, преодоления каких-то сложных событий, сложных ситуаций и прогнозировать, как он будет справляться с предстоящими проблемами, да, то есть то, с чем вы будете работать вместе, потом с этим клиент будет жить уже самостоятельно и самостоятельно справляться. Да, и благодаря вам он будет иметь некий такой планчик, да, набросаете его вместе с клиентом, как ему дальше быть, он будет открывать свои записи, да, периодически возвращаться к ним, да, вспоминать по записям, о чем вы с ним разговаривали, о чем договаривались, да, и если у него будут какие-то сложные прям совсем ситуации, он может тогда приходить вам на какие-то однократные сессии, да, для того, чтобы решить сложную какую-то ситуацию. В этом моменте вам, конечно же, поможет терапия в одну сессию, если вы еще на ней не были, то рекомендуем вам воспользоваться. Да, и посмотрите, в итоге мы видим, что устойчивый результат дает, да, три составляющие. Сама по себе когнитивно-поведенческая терапия, плюс изменение питания, плюс физактивность. Не посещение фитнеса, да, как такового, а вообще, в принципе, физическая активность самого клиента. Ну и так, соответственно, еще раз резюмирую. Когнитивно-поведенческая терапия, конечно же, может и вызывает положительные эффекты, положительные изменения в мировоззрении клиентов, у которых есть ожирение. И это помогает им противостоять предстоящим трудностям,
естественно, снижать вес и поддерживать результат. Более того, вот здесь хочется сказать, касаемо навыков решения проблем, мы видим, как люди, которые у нас, по крайней мере, в терапии находятся, успешно применяют навыки КПТ в повседневной жизни к разным другим своим жизненным задачам, не только связанных с весом. Но, естественно, вот мы фиксируем свое внимание в рамках нашей терапии именно на навыках питания и физактивности. Ну и отдельно мы хотим обратить ваше внимание на то, что все-таки интереснее, да, и эффективнее работать в группе по нескольким причинам. Ну, во-первых, в данном это вообще короткий период, да, то есть у терапии есть начало и есть конец. Не в смысле, вот клиент ходит до бесконечности, да, как мы видим некоторые предложения сейчас на российском рынке, что там и 50 сессий предлагается, и 60 сессий предлагается, и 70 сессий предлагается. И, соответственно, клиент не понимает вообще, сколько лет он будет ходить в терапию к этому терапевту, сколько денег он должен ему за это отгрузить, да, и вообще, в принципе, когда он понимает, какие расходы его ждут, а точнее не понимает, то, скорее всего, он в терапию не пойдет. Другое дело, когда здесь вы заявляете, какое количество встреч вас ждет, и заявляете стоимость. Да, когда вы работаете с группой, то понятно, что стоимость для клиента будет ниже, если бы он ходил в индивидуальную работу. Дальше групповая работа, да, социальная поддержка. То есть клиент приходит в группу, он понимает, что он не один, да, что его проблемы на самом деле не уникальные, что люди, которые находятся в группе, сталкиваются с такими же проблемами, да, и понимают, что так двигаться легче. Да, то есть некая общность интересов есть. Здесь же, когда вы работаете с одним из участников группы, другие члены группы наблюдают за этой работой, да, и тогда они понимают, что у них тоже есть такое же ошибочное мышление и видят со стороны, как это выглядит, и могут принимать, да, там, новую модель мышления, новую модель поведения. Групповое обучение навыкам, то есть если один может, то и мне, скорее всего, это получится сделать, да, тем более, что участники группы делятся тем, как они это делают за пределами группы, да, они в том числе делятся тем, как они пишут, да, в данном случае свои домашние задания, как они делают наблюдения, как они их фиксируют, насколько там упрощают, да, эти процессы. Да, не возводят это вот в состояние, что так это все сложно, зачем мне все это нужно, а наоборот делятся тем, как у них это получается. Да, ну и, собственно говоря, все вместе они коллективно работают над своими убеждениями, которые, может быть, они принесли из детства или из других попыток по поводу снижения веса, да, когда они обращались либо в другой вид терапии, да, либо на марафон на какие-то ходили, либо к диетологу обращались. Ну, в общем, как-то в группе это преодолевается лучше. Мы в том числе хотим вам показать варианты доходности вашей, да, потому что я предполагаю, что все-таки вы здесь сегодня с нами находитесь для того, чтобы в том числе улучшить, да, нарастить какую-то свою практику, да, и это связано в том числе, скорее всего, с какими-то финансовыми потоками в вашей жизни, да, и тогда вот посмотрите, пожалуйста, что вы можете вообще предложить рынку, да, и в том числе себе. На одного ведущего группы предполагается 4 участника. Программа состоит из 16 сессий. Сегодня в среднем, да, вы можете делать ниже, можете делать выше этот ценник. Да, мы показываем среднюю температуру по палате. Одна сессия для клиента будет где-то в среднем стоить 2000 рублей. Тогда получается, что клиент вам заплатит 32 тысячи рублей. Если вы оформлены как индивидуальный предприниматель, у вас есть возможность клиенту предложить работу в рассрочку. Для вас это означает, что вы получаете деньги вперед, да, некая предоплата осуществляется, а клиент за эту работу оплачивает банку в рассрочку, да, и это для него не так, собственно говоря, накладно. И тогда ваша работа будет стоить 128 тысяч рублей, потому что там 4 клиента дадут вам именно такой доход. Покажем вам один из кейсов с разрешения нашей участницы, которая находилась у нас в терапии. Мы наблюдали ее в течение года, каких результатов она получила. Сейчас уже там у нее второй год пошел, она стабильно удерживает свой вес. И вот она разрешила, да, себя показать. Это мама 3 детей.
психолог, да, она находилась у нас в групповой терапии дважды, получила вот такой она результат. Минус 24 килограмма, сейчас она в этом весе находится, по-моему, последние 6 месяцев. Очень довольна работой, очень довольна собой, очень довольна результатами и тем, как она на самом деле теперь выстраивает взаимоотношения в семье в части еды конкретно, да, благодаря тому, что она овладела новыми навыками, она в том числе перестроила питание своих детей и помогла еще и детям снижать вес и привести их в здоровые, да, в здоровую форму. Если у вас есть вопросы, да, вот наши с Екатериной дополнительно 2 аккаунта в ВКонтакте, вы можете там писать нам в мессенджер, мы отвечаем всем достаточно оперативно. И сейчас мы можем поотвечать на ваши вопросы. Если таковые есть, можете их писать. Да, вопросы есть. Да, пишите по порядку. У нас времени еще есть 17 минут, нам дали наши организаторы. Итак, как выглядит или что входит в дневник питания? Подробно мы с вами этот вопрос будем разбирать на большом семинаре, естественно. Также вы получите рабочую тетрадь, которую мы с Оксаной специально к этому курсу разработали. Она уже у организаторов. Ее получат те, кто примет участие в семинаре. Вот. Если коротко, то важно, чтобы клиент фиксировал время, место, состав еды и свои мысли в связи с тем, что он ест или не ест. Если по-простому, то так. Далее, нас рекомендуют, всем нравится. Так, вместо операции, да, получается, что действительно бариатрическая хирургия такой достаточно радикальный метод, который, с одной стороны, не дает никаких гарантий, с другой стороны, это такой, знаете, путь в один конец, потому что человек, который на такой радикальный метод решился, он все-таки уже вынужден соблюдать, по крайней мере, некоторое время те ограничения, которые накладывает операция на его жизнь. Так, почему к похудению, а не к стройности? Вопрос. Уже, если честно, не вспомню, к чему он относился. Мы с Оксаной придерживаемся идеи о том, что важно говорить на языке клиента. И редко кто из клиентов употребляет именно такую формулировку. Ну, то есть вот тогда, когда вы будете оформлять свои социальные сети, все-таки начинайте именно с похудения. Запрос у клиентов звучит именно так. Это в Инстаграме нельзя было продвигать такие вещи. Сейчас мы с вами находимся в тех реалиях, в которых находимся, и здесь это вполне себе нормально. Ну и опять же, давайте просто так пофантазируем. Клиент 120 килограммов, он похудел на 20 килограммов и стал 100. Или он постройнел на 20 килограммов и стал стройным в 100 килограммов? Ну, вот как-то сами определитесь, как вам нравится. Хотите, что да, это будет стройный человек? Окей. Угу. Ну, то есть здесь действительно такой нюанс есть, что клиент, который снизит вес, пускай даже в рамках терапии с вами, может быть по-прежнему в категории ожирения находиться. Но важно, что на самом деле вот то, что называется клинически значимой картиной потери веса, да, вот когда он теряет 5-10%, это действительно дает существенное улучшение состояния его здоровья. То есть вот любой врач, узкий специалист, который работает с последствиями ожирения, говорит о том, что, ну, во-первых, улучшается артериальное давление, во-вторых, улучшаются все практически анализы у клиента. Когда мы говорим про репродуктивное здоровье женщин и мужчин, а я сотрудничаю, например, да, с гинекологами, которые занимаются вопросами репродукции, они беременеют естественным путем без применения вот каких-то серьезных репродуктивных технологий, понимаете? То есть вот о стройности здесь говорить не приходится, здесь мы говорим именно о похудении, именно о снижении веса. Так, расскажите в целом, как проходит групповая терапия. Приходите на программу, мы вам расскажем. Да. Мы будем заниматься с вами 4 вечера, и этому будет посвящена вся работа. Как раз как проводить групповую терапию, индивидуальную терапию, этому и посвящен весь курс. Приходите, там будем рассказывать.
Дважды молодой человек интересуется, будет ли следующий поток. Если да, то когда ожидать? Я думаю, что это вопрос к организаторам. Пожалуйста, зафиксируйте молодого человека и свяжитесь с ним. Как говорится, следите за новостями в ленте ассоциации. Да. Дальше. Сессия один раз в неделю. Там расписание у вас будет определенное. То есть как раз в рамках большого семинара мы дадим структуру того, как будет выглядеть ваше взаимодействие с клиентом. Но на первом этапе, да, действительно, один раз в неделю вы будете встречаться. Дальше. Хороший вопрос Елена задает. Если у самого специалиста лишний вес, то сначала надо самому решить эту проблему или можно сразу брать клиентов? Лишний вес у специалиста является препятствием к снижению веса у пациентов именно в подходе когнитивно-поведенческой терапии ожирения, потому как вы не можете на своем примере показать эффективность метода, то есть вы сами себе не терапевт. Вам будет сложно преодолевать какие-либо убеждения у клиента, да, и как вы будете отражать клиенту такой вопрос: а сама-то чего? Инструментом пользоваться не умеешь, как ты его можешь продвигать? То есть такие сложности возникают. То есть скорее это мешает вам, чем помогает. Угу. Дальше. Подскажите, пожалуйста, методы мотивации подростка для заполнения дневника. Здесь на первый план вытаскивается вопрос вообще, а кто привел подростка в терапию? Сам ли это подросток или он пришел туда под давлением родственников, например? Мама, папа привели в терапию, например. То есть здесь вот важно уточнить, подростку-то это вообще надо? Ну и в целом, да, я напоминаю, что терапия, которая касается детей в данном случае, 12+, все-таки здесь большая часть работы происходит с родителем, потому что кормящая рука – родитель. И, скорее всего, не ребенок к вам в терапию пришел, а мама привела ребенка, может быть, в связи с рекомендациями, в том числе лечащего врача. И тогда дневник будет писать мама, а не ребенок, да, в частности, да, как она это делает, как она организовывает его питание в целом, потому что там процентов 70 ошибок в питании – это то, что совершают родители, да, или это есть схема питания в семье, да, пока вы с этим не разберетесь, то есть вы ребенка из системы вытащить не можете. В этом случае точно, да, никто отдельно для ребенка готовить не будет. Что мама дала, то и будет у ребенка на столе. Да, и здесь очень важно вам вступать в альянс именно с родителем, потому что вот мы видим, что некоторые коллеги совершают, ну, на наш взгляд, такую серьезную ошибку, когда пытаются ребенка из поля семьи вытащить. Но важно отдавать себе отчет в том, что с вами ребенок находится там ограниченное количество времени, час там в неделю, а дома он находится круглосуточно и 7 дней в неделю и будет находиться на протяжении всей жизни. Важно здесь вам, как специалисту, не фантазировать о том, что в какой-то момент ребенок переедет к вам. Но если это, конечно, не является вашей целью. Но вдруг мало ли хотите вы себе ребеночка. Вот. То есть здесь вы именно выстраиваете коммуникацию с родителями. Либо если ребенок достаточно взрослый, вы ориентируете ребенка на взрослую самостоятельную жизнь. И это другая совсем история. Дальше. Личный опыт, 117 килограмм за 6 месяцев, и именно похудел на 40. Это был вопрос, стресс, резкая сменная работа. Да, вопрос в чем? Мы отвечаем на вопросы, которые вы задаете. Будут ли еще у вас, коллеги, вопросы? Пожалуйста, пишите. У нас есть еще 10 минут. Мы с Екатериной на все ваши вопросы ответим. Пожалуйста. Угу. Алена пишет, спасибо нам про подростка. Вообще, на самом деле, с родителями работать очень интересно, но это, конечно, отдельная совершенно область работы, и это отдельный курс, наверное, даже, потому что работать крайне сложно, и здесь вот очень важно, чтобы вы умели владеть, ну, другими методами консультирования вот в рамках когнитивно-поведенческой терапии, допустим, терапии детей и подростков, конечно, вам здесь только в путь. Но здесь важно понимать еще и момент, связанный именно с организацией питания. Очень много будет бытовых вопросов именно вами рассматриваться в рамках такой терапии.
Ну и в целом есть разные рекомендации, да, и по одним рекомендациям вообще в принципе предлагается не встречаться с ребенком, да, работать вообще только через родителей, в том числе не снижать самооценку, да, и у родителей как такового, что все в руках родителей, то есть вся работа проводится только через родителей, да, на ребенка через родителя мы влияем. Уже ближе к 18 годам, там, конечно, история взаимодействия с родителями может заканчиваться, да, и возникает только сам по себе ребенок, если он относительно самостоятельный. Но если он по-прежнему питается только дома и только из того, что делает для него мама, то тогда вы все равно общаетесь с мамой. То есть в данном случае мы работаем с мамой. Мама – кормящая рука, и даже не папа. И дальше классный вопрос. Как раз уже мамы взрослой дочери, я так понимаю. Как уговорить дочь лечиться, если она живет отдельно и считает, что быть толстой – это нормально и бодипозитивно? Уже сильное нарушение здоровья, холестерин, полицистоз, 21 год. В этой ситуации вы принимаете собственное бессилие, во-первых. А во-вторых, подумайте, в чем именно ваша тревога. Понятно, что вы, как мать, переживаете, но сейчас это отдельный от вас взрослый человек, и о чем ваша печаль? Ну, например, самое там ужасное, что может произойти, допустим, дочь приедет к вам больная, и вам придется за ней ухаживать, а у вас были другие планы. Так ли это? Или вот о чем вы думаете, о чем вы переживаете? 21 год, да, взрослая. Она самостоятельная. Ну, то есть, да, взрослый человек, который живет самостоятельно, живет отдельно от вас. Там она, наверное, учится. Учится ли она там в институте, или, может быть, она уже работает. И вот, Анюта, все у нас не унимается. Стройность или похудение? Вот вам как нравится, так и говорите. Можно ли стройным человеком считать человека, который 100 килограммов весит? Я не знаю. Похудение – это процесс. Человек выполняет определенный набор действий, да, в результате которого он худеет, то есть уменьшается вес. В результате мы видим цифру на весах. Как вам нравится? Вот так и пишите. Как в любом случае важно все-таки акцентировать внимание свое как специалиста и внимание клиента на том, что ожирение – это заболевание. И говорить, что я жирный там человек или я жирная – нельзя. То есть я человек с ожирением. Вот так будет правильно. Просто вот я понимаю, что может быть для кого-то это игра слов, но ожирение – это состояние человека, но не сам человек. И важно здесь избегать именно навешивания ярлыков, если уж так сильно к словам хочется внимания. Елена, вы не ответили на вопрос. В итоге ваша 20-летняя дочь, 21 год, она вообще взрослая, то есть она живет отдельно от вас. Там, возможно, у нее есть партнер, она учится или она работает, то есть она самостоятельно, она не зависит от вас. Так, смотрим дальше. Да, вот здесь, Елена, важно понять для вас лично какие-то последствия. Или, например, вы переживаете, что вас будут осуждать какие-то для вас значимые люди, что вы, например, не хотите заботиться о своей дочери, которая здоровье угробила, уже будучи взрослой и самостоятельной. Понимаете? Дальше, Ирина. Как быть с клиентом, если через время все закинула и не стала ничего делать? Набрала вес через месяц 10 килограмм и сказала, что боится снова прийти в терапию. Отдать ей ответственность за принятое решение. Ну, она так решила. Она потеряла интерес к этому процессу. Значит, нет, для нее это не важно. Да? Человек может принимать такие решения, может самостоятельно принимать такие решения, что она не ожидала, например, что ее ждет на пути, да? Не была готова. У нее были какие-то определенные фантазии, поэтому, например, на предварительной встречи с клиентами, когда вы набираете их либо в индивидуальную работу, либо в групповую работу, вы сначала им подробно рассказываете, что их ждет,
да, чтобы они понимали, к чему им готовиться, да, и тем не менее здесь нет никакой гарантии, там, процент выбытия клиентов из терапии, он на самом деле существует, там, порядка, там, 20-25-30% клиентов выбывают из терапии, выбывают на каком-то этапе, потом они могут вернуться, но все равно это их решение, они имеют право быть самостоятельными в своих решениях. Угу. Так, Елена пишет, взрослая живет отдельно, учится в ВУЗе. За чей счет она учится в ВУЗе? Самостоятельно ли она себя обеспечивает? Зависит ли она от вас материально? Тоже такой момент. Итак, мы делаем вывод, что девочка взрослая, что там, она вполне себе адекватная. То, как она выглядит, она осознает. То наличие заболеваний, которое у нее есть, она осознает. Ей окей. А, ну вот, мать просто переживает, когда дети болеют, и смайлики. Так вы переживаете или нет? Это какое-то заигрывание уже. Здесь же тоже позиция может быть, что мне дети не нужны. Я хочу быть специалистом, я хочу жить, как я хочу жить. Ну, имеет право. Или нет? Ну что, у нас еще пара минут. Очень вы сегодня активны, очень приятно. Вопрос о детях. Два сына. Старший в нормальном весе, младший с избытком. Старший мотивировал сам себя, а младший бодипозитив. Как смотивировать? Никак. Вы устанавливаете правила, которые являются общими для всех членов вашей семьи. Если тема детского питания кому-то из вас интересна, вы можете подписаться на наш детский аккаунт, в котором мы подробно для родителей именно даем информацию. Там же, кстати, вы можете посмотреть все лекции прошлогоднего нашего проекта, в котором Дмитрий Викторович тоже давал очень большую интересную лекцию. Про детское питание, про мотивацию, про родительскую тревогу, неуверенность. И про то, как семейные традиции и системы влияют на питание детей. Проблема лишнего веса может решаться, не затрагивая других сопутствующих проблем, или они тоже все равно будут влезать. Значит, там история такая, что если эти проблемы связаны с внешним видом или с весом конкретно, да, когда вес является реальной проблемой, то эти проблемы будут решаться. Да, когда человек будет становиться, когда человеку будет становиться легче. Если это не связанные процессы, то с весом вы работаете отдельно, с другими проблемами вы не работаете. Да, мы не совершаем подмену, да, и не меняем цель терапии. Вы принимаете человека в терапию по ожирению. Ваша задача, чтобы в результате вашей совместной работы человек получил минус такое-то количество килограммов, да, и научился выполнять те действия, да, и правильно относиться к задачам, чтобы этот результат у человека был. Угу. Так, вот Елена добавляет, за мой счет учится. Ну, здесь тогда у вас есть рычаг давления. Так, читайте Литвака. Ну, не будет на самом деле никакой фантазии. Вы, конечно, можете и дальше разговаривать на эту тему. Как говорится, капля камень точит, да, и можете спрашивать, да, у ребенка, могу ли я тебе помочь. И если она говорит, что это ее не беспокоит, значит, ее это не беспокоит. Это беспокоит вас, и тогда вы работаете со своей тревогой, да, оставляете ребенка в покое. 21 год, да, это взрослая девушка, которая, в принципе, в этот момент может быть уже сама мамой. Угу. Анюта, я все-таки вас агитирую подписаться на детский канал. Там мы про карманные деньги рассказываем, вообще про разное. Сегодня мы с вами обсуждаем введение в когнитивно-поведенческую терапию ожирения. Ну что ж, мы приглашаем вас на большую программу. Да, еще раз, ассоциация запускает курс «Когнитивно-поведенческая терапия ожирения». Будет проходить 4 дня, 4 вечера. Приходите, пожалуйста, подробно будем с вами обсуждать, из чего строится терапия, все этапы подробно, практически каждую сессию пробежим подробно, а у вас будет по итогам встречи рабочая тетрадь с вашими личными конспектами в том числе, да, что поможет вам в дальнейшем выстраивать в том числе и свою практику. Вот, напоминаю, что если у вас есть вопросы, вы можете писать нам их в мессенджер ВКонтакте,
да, и мы отвечаем. Всем хорошего вечера. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Ждем вас 27 апреля. До свидания. Всем спасибо за внимание. Еще раз информация у вас на экране, вы можете писать. Спасибо большое всем за сердечки, очень приятно.